пошла. Бычок очень-очень спокойненький. Славненький. Бердинчик. Гаврюш, ты прям как маленький. И слюни текут. И тут льется. Ути доедать, что вчера не доели. И на волю их. Открываем. И буренок выпускаем. Тут еще кто-то завтракает даже. Первые пошли. О, а помощники сегодня сено будет вдвоем возить. Мне сегодня что-то спина не позволяет. Ну и для всех соседей, пока трактор заводит, как будильник. Перед пастбищем буренки вон выстроились. Соль покушать. Всегда насыпаем им соль. Коровам и лошадям. Все кушают соль. Ну вот, подсолили немного себе. Теперь можно и на пастбище. Смотрите, какая красотища, не правда ли? Рассвет, корова куча. Коровок чуть прогнали. И в сторону дома пешочком. Вот вам и зарядка с утра. А вы фитнес, еще и деньги за него платить. А тут и прогулялся, и красотища такая, для здоровья полезна. И заметьте, все бесплатно, даже могут доплатить в виде черного золота.